Воплощением их идей тесно в стенах зданий театров. Своей лучшей сценой они называют улицу, а самыми благодарными зрителями – случайных прохожих. Работают по всему миру, а иногда собираются вместе, чтобы повысить градус эмоций в новом городе. Вы знаете, этот фестиваль придумал не я, придумала целая большая группа. У нас было около 20 человек, представители творческих независимых союзов, уличных театров, которые уже давно существуют в Беларуси, но у нас не было такого большого фестиваля. Мы хотели принести на наши улицы дух праздника, дух творчества, потрясающего адреналина, карнавала. Ну, мне кажется, это у нас уже хорошо получается. Этот фестиваль уже четвертый по счету, и с каждым годом он привлекает все больше участников. Многие, правда, интервью не дают, такой уж жанр. Попасть на все спектакли под открытым небом можно абсолютно бесплатно. И чтобы такой формат был доступен, второй год форум поддерживает Альфа-банк. Тот случай, когда друзьями деловых людей становятся клоуны, мимы и эквилибристы. Помощь культурным проектам – часть политики компании. В прошлом году банк получил высокую награду «Меценат культуры». Альфа-банку очень близка идея единого пространства. Пространство, в котором отсутствуют границы. И форум уличных театров как нельзя лучше иллюстрирует эту идею, где нету границ между зрителями и участниками. И кроме того, это весело и интересно. Когда весело и интересно, людям хорошо. Когда хорошо людям, это хорошо и банку. Это и есть социальная ответственность бизнеса. Спектакли театров, для которых нет ни стен, ни границ, продолжатся завтра. Актеры из Польши, Германии, России уже заглянули в прогноз. Спецэффектов в виде дождя не ожидается. С часу дня и до 8 вечера в Верхнем городе будут рады всем, кто ценит эксперименты. В Минске должно быть такое побольше, почаще, в хорошие весенние дни. Очень приятно выйти с семьей, да, с семьей на такой праздник. Чтобы оказаться в театре в эти дни, достаточно просто выйти на улицы Минска. Актеры, которые берут за свои выступления лишь впечатление, готовы сделать все, чтобы превратить жизнь целого города в карнавал. Ура! Анна Волковец, Геннадий Чилей, наши новости ОНТ.